Всем привет. Привет. Мы сейчас в Жердевку собрались, поедем, съездим. У нас небольшие заказики есть. Надо свой заказ из Боксбери забрать. И заодно, наверное, заскочим на пилораму. Если опилки будут, насыпем опилок, постелим курам, потому что с одной соломой что-то как-то такие холода, прохладненько. Думаем, что с опилками, наверное, получше будет. Поехали? Да. Поехали. Пустоватенько как-то. Все уже украдено до нас. Вон там есть. Есть? Угу. С другого входа. Что-то тут тоже смех сквозь слезы. Хоть что-то. Можно набрать. А дальняя не работает, там не протоптан, даже ничего. Блин, да, тупенько. Так. Можно набрать, а потом подъедешь. Ну, можно как-то, да, остановиться просто вообще. Пойдем. Решили, короче, опилок набрать, то класки на подстилку. Что-то подумали, кур пусть на соломе тусят. Вот. Поэтому много не стали набирать. Нам, я думаю, 6 мешков пока хватит. Ну, там много и нет, остальные немножко грязненькие. А это нам пойдет. Все? За доставкой? Да. Поехали. Юля пошла в пятерочку пока. А я сходил за заказом, за своим забрал. Купил, короче, усилитель Wi-Fi сигнала. Не знаю, как он будет работать тоже, но... У меня, короче, в старом доме, где мастерская, получается, интернет слабо добивает. А когда как раз делаешь, что-нибудь рамки сбиваешь или, ну, какими-то такими вещами занимаешься, целый день там проводишь, как бы интереснее включить и... Что-то на фоне слушать, да, как подкаст какой-нибудь. Или канал какой-то включил, то, что можно послушать, не только смотреть. Вот. И, ну, интереснее как-то так, само по себе. Короче, блин, ну ладно, сейчас порву. Не хочет открываться нормально. Такая вот коробка. Покупал самое недорогое, что было, от Xiaomi, короче, опять тоже. Как и предыдущие наши подарки, видео там где-то вверху. Вот, посмотрим, как будет работать. Вилка у него стандартная, но я их купил аж две штуки целых, потому что заказывал на Гудсе товары, а там можно заказать при покупке от 1000 рублей доставка будет. Вот, вот мне переходнички такие. Вот. У меня, короче, не хватало,
добрать до 1000. Заказал два, короче, вот этих переходничка, но они копеечные. Но лишь бы хватило. У меня просто баллы там сгорали еще. Было где-то порядка 500 баллов. Короче, ну в два раза дешевле можно было купить. Подумал, что не купить, а то сгорят, вообще пропадут. Ну и тем более нужная вещь. Давно его хотел взять, очень давно. И все никак, что-то денег жалел. Ну, в два раза дешевле, чтобы не взять. Приехали мы уже домой. Прицеп отцепил с опилками. Сейчас какие-то вот ништяки курам отдам, высыплю. Пускай едят, проветривают заодно. Куры, фас. Сейчас вся толпа выбежит, пойдем еще утку откроем сейчас. У нас начинает теплеть. Несколько дней стояли морозы, прям такие хорошие. Вот, а прям на ближайшие дни, уже завтра обещают 0, послезавтра обещают плюс 2. Я сейчас выпущу всех погулять, уток, кур. Сейчас вот только уток зерно спрячу, потому что куры все это быстро очень съедят. Оп. Вот, пойду ласку выпущу сейчас тоже на прогулку, пускай немножко побегает, растрясет сиськи свои. Вот, и пойду пчел очищу, потому что у нас когда были метели и все тут заметало, у меня ульи замело, ну короче, с головой. Сейчас увидите тоже. Вот, и я как бы не стал разгребать, потому что нормально, как раз тепло сохраняется, а завтра, послезавтра вот эти плюсы обещают, и все начнет таять, я боюсь, что вода будет в ульях стоять. Не хочу, пойду расчищу, и как раз, когда метель была, у меня шифер был откинут от ульев, а мы с Юлей в Тамбове были, и, соответственно, у меня весь шифер замело. Сейчас я его расчищу, чтобы заново закрыть ульи по-нормальному, если это надо будет сделать. Вот, так, ну сейчас я тут найду привязь Ласкину и выведу ее на прогулку. Пытаюсь пробраться на пасеку. Вот такие вот у нас тут завалы. Ульи занесены. По ним прям можно со снега сразу на крышу наступить по высоте. Но мне надо вот передние стенки отгрести. Как я уже говорил. Ой, сейчас вот покажу. Вот тут потихонечку начинает оттаивать. Вон даже пчелки где-то валяются, вылетали, видимо. Вот они. Сейчас очищу. И вот здесь, где я стою, здесь, короче, все в шифере. Надо его очистить, чтобы можно было прислонить, чтобы больше так не заметало. Работы предстоит много, поэтому, пожалуй, я начну. Расчистил. Несмотря на то, что ощутимо начался ветерок и холодает, прям жарко было побросаться, но откопал шифер. Сейчас пока его поставлю, потому что не знаю, может быть, снег какой-нибудь будет, опять ветер вот этот поднял, чтобы пчелы не мерзли. Вот. А завтра уже, когда обещают нулевую температуру, если осадков не будет никаких, я пройду их открою, чтобы там все оттаяло, примерзшие кусочки. Ну, что там влаги в ульях не было. Вот такие вот зимы начались. Приходится регулярно даже зимой быть на пасеке. Потому что я помню, первая зима, когда была холодная, я к ним даже не подходил.
И, ну, потерял там две семьи. Второй год зима была потеплее и вообще ничего не потерял. Сейчас вот идет третий год. Но одну семью точно потерял. Что-то они там, две вернее, вот я их там объединил в итоге. Я помню, показывал вам, я в итоге объединил эти две семьи. Не смог заснять вам видео, потому что у меня камера, короче, не тот режим включила, и я не отснял в итоге. Снимал, но не получилось, короче, картинки нормальной. Вот, я объединил две семьи. У одной был на зиматос, у второй, как я понял, видимо, корма кончились. Я подумал, что это из-за того, что было тепло, и матка, видимо, начала сеять расплод. Соответственно, пчела вышла из клуба, начала потреблять очень активно корма, и, видимо, у нее кончились корма. Я дал ей новые корма, но вот сейчас последний раз, я когда заглядывал пару дней назад, там пчела продолжает гибнуть. Но даже если я потеряю две семьи, я буду считать, что это нормальная зимовка, потому что, как я уже не раз говорил, эти две семьи у меня были слабые, и они у меня были вообще под сомнением, стоило их оставлять в зиму или нет. Но, как практика показывает, что, может, и не стоило. Тем не менее, это будет бесценный опыт для себя самого. Так, у нас начинает темнеть, мне еще надо дробить. Зерно кончается у ласки, мне надо заниматься этим, поэтому, наверное, на этой ноте мы с вами попрощаемся. Всем спасибо, кто посмотрел это видео, кто посмотрел его до конца. Ставьте ваши лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш инстаграм-канал. И по традиции всех обнял. Пока-пока.